сегодня у нас минимум 26. Сейчас будем пробовать запускаться. Даже показывает. Тяжело. Кажется, аккума не хватает. Ожил. Тяжело было запускаться, но тачка ожила. Подъехал другой ниссановод, тоже на пафике. В итоге все, запустились. Тяжело было ему, капец. Топливо, по ходу дела, замерзло. Заправлялся на Татнефти в Ижевске. Вот, буду, наверное, ну, сейчас заеду на какую-нибудь заправку, куплю антиквар. Да, предпускового у меня нет, поэтому, ну, что... Первый такой серьезный дубак, минус 27, запускались мы вообще в минус 32, вот, ну ничего, терпимо, в общем-то, ну, надеюсь, что сейчас подзарядим аккумулятор, сейчас дадим немножко антигеля, может, ну, топливо не знаю, топливо у меня еще даже больше, чем полбака, вот, так что посмотрим. Я думаю, что антигели просто добавим. Ну, тяжело было запускаться, это высадил аккумулятор, потому что первый пуск, вот я его заснял, вот он был вполне себе, почти что схватился. Но ничего, тачка продымила, завелась, слава богу. Дизель, дай мне вспышку.